дистанционном офисе, Калифорния, округ Санта-Ана. Он находится за моей спиной. Сейчас я был у миграционного офицера с намерением сообщить ему о смене нашего адреса, так как мы переезжаем в другой штат. Процедура эта выглядит таким образом. То есть приходишь в офис, заполняешь бумаги с адресом, и нужно еще предоставить билеты. Либо ты едешь на автобусе, либо это у тебя будет авиаперелет. Вот, билеты я еще не купил, мне придется завтра приехать снова в этот офис и предоставить билеты для офицера. То есть процедура эта очень проста. Если вы хотите сменить штат, сменить место жительства, если вас что-то здесь не устраивает, у вас нет условий, или другие обстоятельства вас вынуждают это сделать, то это носит уведомительный характер, а не разрешительный, как я думал изначально. Я думал, что я приду, сообщу о своих намерениях, и они подумают, разрешить мне или нет. Однако это не так. Вот, и весь наш кейс, весь наш процесс будет перемещаться в штат, куда мы переедем.